Не думал, что так быстро удастся записать еще одно видео. Как говорится, не прошло и суток. А если быть более точным, прошло всего лишь 3 часа с момента записи моего предыдущего видеоролика. И за эти 3 часа произошли кое-какие изменения. Конечно, они были выставлены на показ в новостях. Тем не менее, авторизируюсь в своем кабинете на сайте Forex MMC's Group. Захожу на свой центральный лицевой счет и смотрим историю операций. Нету моей заявки. Месяц, 8 сентября, я заказывал выплату. Прождал целый месяц. Сегодня объявили о антикризисных мерах и поудаляли все заявки из истории операций. То есть людям деньги не выводят. Даже не знаю, как это назвать. В общем, но сама ситуация с MMC накаляется с каждым днем все больше и больше. Собственно говоря, в очередной раз подчеркиваю, не доверяйте свои деньги этой компании. Какой бы там кризис у нее не был, они многократно нарушили уже условия своего же договора, причем в одностороннем порядке, не дают даже расторгнуть договор, не дают забрать свои деньги, ввели сейчас какие-то вообще непонятные меры по обработке заявок. На одну заявку неделя, и раз в неделю можно вывести не больше $200. Но это же полный бред, у людей там конкретные деньги в программе. Ну что ж, со своей стороны я буду пробовать выводить свои $2000. Навскидку это займет 10 заявок, 10 недель ориентировочно. То есть, грубо говоря, это где-то 2,5 месяца. То есть, если выводить каждый раз по $200, если действительно оперативно заявки будут обрабатываться в течение 7 рабочих дней, за 2,5 месяца я смогу вывести со счета все свои деньги. Посмотрим, сработает ли это, будет ли происходить обработка платежей по новым заявленным условиям. В общем, как только ситуация прояснится, снова сделаю еще одно видео. Ну а так, пока остаемся на том же месте. Всем пока!